Привет всем, это канал Свиска в тесте, мы продолжаем Ultimate Team. Сегодня мы снова будем играть РФПЛ серебряной. Будем доказывать опять, что мы можем играть серебряными. Скоро будем играть и бронзовыми. Бронзовую команду тоже я хочу собрать, РФПЛ, но уже, наверное, после ванапа. Как ванап сниму, потому что все деньги сейчас уходят на ванап. Вот. Ну а сейчас мы играем с итальянцами. Балотелли, Барбу, Эрнанес, Керчи, Эль-Шарави, Погба. Ну это просто стандартная команда, какую только можно собрать в Италии. Кроме Дель Пьеро. Кроме Ди Натали и Тевеса, у него в команде обычно, ну, все игроки, которые собирают для итальянцев. Балотелли, подача. Абина, молодец, там кто-то сыграл головой у нас. Эль-Шарави, Эрнанес. А нет, это и Барба был. Черненький Констант. Эль-Шарави, Ангва. И давай, Борис. Давай, малыш. О, ну, разве это было не нарушение правил, а? Разве он сейчас не нарушил? Балотелли. Заброс, ну там офсайд был. Там офсайд был. Так что, парниша, не беги. Не беги, устанешь. Борис. Хорошо, Ахмедов. О, воу-воу-воу-воу, вот это было бы потрясающе, если потом бы продолжилась передачка на Ахмедова, а? Ой-ой, ошибка. Ну тут Ангва у нас. Ангва не туда побежал. Ой-ой-ой, опасно. Опасно, это же навесодрочеры. Это же навесодрочеры против меня играют. Удар дальний, Керчи. Или Черчи, как его? Керчи, Черчи. Навес, ошибка и гол. Лично Ахмедов. Бина, Ахмедов. Ворис. Ари. Нифига, Ари там просто сломал кого-то. Опять заброс. Навес. Шелтон, шлепай. Кто у него? Буфон на воротах. Ну да. Дальними его не пробить. Нужно как-то действовать, что ли. С углового забить надо. Обязательно. Смотрите. Оп! Цезар Навас. Красавец. На 15-й минуте мы сравниваем счет. Как только по заказу, да? Надо гол забить с углового. Давай. Оп. И гол с углового. Отлично. Погба. И Барбо. Барбо, стоять и Барбо. И Барбо. Мельгереху там. Боролся с ним. Ууу, Шунин. Ух ты, какой красавчик, а у нас. Эль-Шарави, хрен тебе. Тут Навас. Борис. Шелтон забегает. Дай Майкону. Если ты не знаешь, что сделать, отдай Майкону сюда. Не туда. Там Борис забегал. Борис забегал. Майкон. Вот посмотрите, как Майкон борется просто и наверху, и на земле, и под землей, и где только можно. Все, все борется везде. Все борется. Вот это слово, все борется. Хорош, Шунин. Все борет, побеждает везде. Ой, ой, рикошет. Отлично. Итак, Шунин, ближнему. На вас. Ахмедов, Ворис. Ну, Майкон, что ты стоишь-то? Ну, так-то это фол был. Ничего, да? Эль-Шарави. Передача. Пяточка и Барбо. Раскатали меня сейчас. Раскатали, как ложка. Одно меня раздражает в Сосре Навасе, это то, что он очень медленный для защитника. Очень медленный.
непонятно совершенно, как действовать, когда он остается один. Например, убежит Антонио Феррейра, да, в атаку. И все, и жопа. И сиди, оборона, в жопе. Вот Антонио Феррейра сейчас видели, подстраховывал, да? Если бы не Антонио Феррейра, было бы тоже очко вату. Навес. Я не умею навешивать. Вот вы видите, да, вообще совершенно не умею навешивать. Нужно как-то по-другому играть. Что же сделать-то? Давайте мы будем удаляться. Шучу, конечно. Балотелли опять шлёп. Яички. Спасли мир. Ахмедов. Шелтону. Шелтон, давай. А тут Ахмедов. Ахмедов ошибся. А тут Ари. Ари не ошибается никогда. Извините, ошибся. Навас. Абина. 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 Хорошо. Морис. Абина поборолся, 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 поборолся. Антонио Феррейра. Вот видите, если бы не Антонио Феррейра. Ладно, все, хвалить игроков больше не буду. Они ошибаются сразу, как только... Как только я их похвалю. Навес опять. Ну, конечно, как Мельгиреха с ним поборется? Ну, ё-моё. Что это за... Красная линия. Клуб Красная линия. Да. Или не так пишется в линии. Лайн. Да. Да ё-моё, Шунин, тащи. Ну... Ладно. Выйдет во втором тайме тяжелая артиллерия. Суарес, конечно, кто еще-то? Да все, скипай уже, надоел. Шелтон, Абина, Медов, Абина. Что за ошибки? Майкон, Мельгрехо. Майкон. Ну, судья, да это нарушение чистой воды. Да, ё-моё, опять ошибка в передаче. Ахмедов. Ахмедов играет лучше всех у меня в команде сейчас. Он больше с мячом владеет, чем кто-либо другой. А, ну да, Шунин еще и из сетки вытаскивает больше всех. Да какой офсайд? Бенатье. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Лох, Балотелли ты, лох. Ну, Абина, беги, что ты сегодня тормозишь-то? Давай, давай, давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Да что ты свистишь? Ах. Окай, 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 окай. Поехали. Погба. И сразу же забрус. Забрус. Ангва. Эль-Шарави. Эль-Шарави. Эль-Шарави, Эль-Шарави, Эль-Шарави. 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 Вот он сейчас сам фалил. Что ты свистишь-то, блин? Матрас гребаный. Да не забьешь. Овощ, блин.
Ворис. Хорошо, Ворис. Дурак, что ли? Все, я не хвалю игроков своих. Все, пошли они в жопу, тупые ублюдки. Ангва. Ну, Ангва! Ну что? Че я нарушил? Еще жил туда же, а? Вот дырок. Ничего не даст. Все, пошел ты. Гуляй. Все, пукан взорвался. Опа. Эльшарави. Ангба! Да всай там будет! Да ну на! Да ну на, офсайд! Ой-ой-ой-ой-ой, ебарбо, сейчас гол будет. Ай, косорылая дура. Я обиделся на фифу. Обиделся. Майкон. 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 Майкон, давай. Давай, Майкон. Майкон. Майкон, красотка. Майкон. Зачем ты развернулся-то? Ну зачем ты туда развернулся-то, дебил? На приеме-то. Мергиреху, ну догоняй, что ты не можешь его догнать-то? О. Так, кому? Давай, Англа. А нет, это Антони Феррера. Англа совершенно маленький. Как я мог перепутать? Вот она. Вот она. И чё это? И что это? Абина, беги! Абина, давай! О-тя-тя! О-тя-тя! Уйди, судья! Мельгиреху. Мельгиреху. Мельгиреху! Я сейчас сижу, как Леонид Слуцкий, раскачиваюсь. Отлично. Давай. Давай. Да куда ж ты бьешь-то, ну... Выигрывай. Хорошо. Майкон, давай. Майкон, давай. Малыш, ну, на тебя вся надежда. Хорошо. Тебе еще один голешник забить. Давай Майкону. Или кто там? Шелтон. Ну давай, Шелтон. Ну! Ну ты не... Все. Вы меня разозлили, матушка. Да куда ты бьешь-то? Куда? Куда ты бьешь, а? Куда ты бьешь? Так ты прессингуй. Блядь, да как же так-то?
Стоп, ты! Завалился, а? Ну, пускай, давай, давай. Ой, нет, тихари, тихо. Майкон. Да! Куда ты бьешь-то? Майкон! Ты просто косяк сегодня. Из тебя вся команда в жопе. Шелтон. Шелтон. Пробей, Шелтон! Да! Наконец-то, блин. Еще один мячик. Еще один мяч. Хочу. Отдай. Мяч. Козел. Не тяни. Время. Утырок, а? Вот утырок. Вот бесят такие люди. Вот просто раздражает. Только не навес. Иди в шопу. Отбиваем. Навесы. Шелтон, ну как? Так-то. Давай, давай, давай. Погба тебя догнал. Да как же так-то? Ахмедов. Ахмедов. Мамедов. Майконов. Эть! Да, 3-4! Или сколько там? А попал бы я все удары, вот попал бы я все удары, мы бы выиграли. Вот отвечаем, мы бы победили. Ну как же так-то? Может, все-таки мы сравняем, а? Блин. Ладно, что ж поделать. Просрали мы этот матч. Увидимся с вами в следующих сериях. Ultimate Team, простите за мой взрыв. Всем пока.